Всем доброго времени суток, вы находитесь на канале Босс Заработок Денег в Интернете. Меня зовут Алексей, в данном видеоролике я расскажу про новый высший майнинг на криптовалюте Tron. На данном проекте представлена возможность зарабатывать 6% минимум от суммы вашего вклада. Для этого придется пройти простую регистрацию. Для регистрации потребуется номер мобильного телефона, затем указать пароль, подтвердить его, ввести пригласительный инвайт-код. Мой инвайт-код будет в описании под роликом, ну и соответственно прикрепить капчу. После этого нажимаем «Зарегистрироваться». Я уже зарегистрирован, давайте я сейчас просто авторизуюсь. При входе в аккаунт мы с вами наблюдаем новостное объявление, где про это рассказывает про себя. Здесь также представлен, получается, у нас баланс, который удается на подарок. Имеется у него Telegram и другие социальные сети, которые я также оставлю под видеороликом в описании. Итоговый баланс, который нам дают при регистрации, это 8000 трон. Вывести мы их, к сожалению, не сможем, пока не активируем баланс, пополнив от 5 трон. На проекте представлены такие же, как во многих проектах, депозит, снять, отделиться, выйти приложение команды. Имеется два кошелька, это вот повышенный, значит, реферальный, с которого можете выводить средства абсолютно без каких-либо ограничений, лимитов и так далее. Вот здесь бумажник, с него мы выводим определенный процент. Как я говорил, это минимально 6% от суммы нашего вклада. Ну и, соответственно, имеется вся вот отображенная на данной платформе, сколько здесь начислено прибыли и сколько зарегистрированный человек. Глобальными партнерами выступают биржи, через которые, в принципе, происходят все транзакции на проекте. На проекте также представлены 6%, это я и говорил, минимального большого майнинга, который нам дают право выводить из данного проекта. Имеется цикловые ставки, то есть здесь можем укладывать еще и под дням, допустим, под 9,5% на один день, дневная ставка на 3,8% на 7 дней, 6,5% на 30 и 8% на 60. Что нам дает, в принципе, цикл, то что у нас, например, на 7 дней 3,8 будет начисляться каждый день от суммы нашего вклада, после 7 дней у нас вернется еще наш депозит. Чем отличие от цикловых и от просто пополнения? Пополнение означает, что мы инвестируем на смарт-контракт, который, в принципе, нам и дает минимально 6% от суммы нашего вклада. Но он бессрочный, то есть мы вклад свой не получаем обратно, лишь только процент от него. Пригласительного кода нету здесь, имеется просто ссылочка. Также имеется QR-код для удобства пополнения. Ну и, конечно же, имеется кабинет, где, в принципе, те же самые функции, но чуть-чуть развернутые. Список прибыли можно посмотреть, и перевод на базу, это означает, что перевести денежные средства с реферального кошелька на инвестиционный. Тем самым мы можем увеличить наш вывод. Давайте создадим депозит в размере 20 трон. Для этого нажимаем сумму инвестиций. У нас есть QR-код для пополнения, он также генерируется. Ну и, соответственно, здесь имеется и обычная ссылка, по которой проще всего инвестировать. Я пополню данный проект сейчас, в принципе, 20 трон. Так, вписываем сумму 20 трон. После этого подтверждаю. Комиссия взимается 1 трон. В принципе, это сам трон у нас забирает за транзакцию комиссию, не проект. И обязательно нужно будет нажать «Перезарядка завершена». После чего у нас в скором времени отобразится в течение 1-2 минут здесь баланс. Ну и тем временем мы пока знакомимся с другими документами, которые имеет данный проект. Как вы видите, здесь у него есть белая бумага, так называемая, сделанная в виде презентации. Здесь рассказывается по проекту и, конечно же, его будущем, о чем он планирует и какие планы перед собой он ставит на грядущий год. Ну и, соответственно, имеется Telegram, получается, чат данного проекта, ну и, конечно же, поддержка. В принципе, достаточно все здесь простенько. Давайте вернемся на проект. Возможно, депозит был уже успешно зачислен на баланс. Если нет, то иначе я приостановлю видеоролик, после чего мы продолжим. Так, обновление показало, что денежные средства еще не были зачислены на баланс. Я приостановлю видеоролик, продолжим после пополнения. Итак, друзья, спустя 30 секунд я обновил принципе страницу и заметил, что у меня обновился баланс на 20 трон. Соответственно, депозит успешно зачислился. Я уже сразу же могу снять первый выплату из данного проекта в размере 6% от суммы моего пополнения. Она сгенерировала следующим образом. 1,2 трона мне доступно сейчас вывести. Я вписываю 1.2, после чего мне нужно будет, так, вместо, получается, запятой нужно указать точку, 1.2, не знаю, пройдет, не пройдет, почему-то удаляет, да? Давайте закажем 1, еще раз попробую, 1.2.
Да, все отлично. Так, адрес начинается с Торон. Ну, соответственно, нужно будет указать адрес, на котором мы будем с вами заказывать группу. То для этого я, конечно, зашел и скопировал адрес, после чего мне нужно будет указать наш с вами пароль для выплаты с данного проекта. Давайте сейчас закажем. Нажимаем подтвердить. Неправильный пароль. Окей, не переключил языки. Вписываю еще раз. Но уже на другом языке. Ну и, соответственно, нажимаю опять подтвердить. Так, обновление страницы мне говорит о том, что денежные средства были выплачены мне на баланс. Давайте мы сейчас перейдем и обновим наш кошелек. Я уже могу сразу сказать на первый взгляд, что выплата мне пришла, как можно и заметить, плюс 1,2 трона было успешно начислено на мой адрес кошелька Трон. Поэтому я подтверждаю, что данный проект на момент записи данного видео платит и на нем можно заработать. Все соответствующие ссылочки для ознакомления я оставлю в описании под видеороликом. Данный видеоролик не является призывом к каким-либо инвестициям. Каждый думает о своих денежных средствах и за безопасность их сам. Данный видеоролик сделан просто в целях информативного донесения, что имеются на данный момент и такие проекты, на которых некоторые люди умеют зарабатывать. Все ссылки, как я сказал, в описании. С вами был Алексей, канал по заработку денег в интернете. Всем пока-пока.